Приветствую вас на канале RedCat. Я решил сегодня поиграть в оригинальную, самую первую версию туннеля с паровозиком Томасом. Это тот же разработчик. В принципе, у него есть три варианта игры. У него есть вот это, вот самая первая, которую он сделал. Потом он сделал, расширил эту как бы версию и сделал оригинальную, как он называет, версию. И потом он сделал третью версию, которая называется Easy. То есть она более простая, которую мы, собственно, и играли с каналом «Папа и дочки Games». Кстати, если вы не видели это прикольное видео, оно очень забавное было, обязательно посмотрите, оно уже есть давно на канале и пользуется успехом. Ну а сейчас, ребята, я убегаю от Томаса. Слушайте, он жесткий, уже появился. Так, тут все несложно пока что. Окей. Так. О, слушайте, а вот тут вот не очень прикольно, когда они на тебя смотрят. Аккуратно. Музыка увеличивается. Мне кажется, он меня догоняет. Зафейлить на самом последнем. Это обидно. Да, ребят, забыл сказать. Возможно, не все знают, но в этой игре, как и в той, что мы играли, нельзя, скажем так, зафейлить. Если вы хоть раз зафейлили, вы начинаете заново. Более того, вас и выкидывает из игры, и вам нужно перелогиниться и зайти в игру заново. Это очень неудобно, это очень раздражает, но с другой стороны подстегивает больше не проигрывать и играть более аккуратно. Так, ну что, давай, Томас, я жду тебя. У него такой бит, когда он едет. Не знаю, оставлю ли я эту дорожку в оригинале. Если да, вы услышите. Там 50 Cent, по-моему, что-то там поет. Я не все слова понимаю, что произносится. Но когда поезд приближается ко мне, то музыка становится громче. Окей. Замечательно просто. Погнали. Чика-чика, погнали. Кстати, тут какие-то пасхалки лежат. Какие-то коробки, какие-то шлемы. Я, наверное, вам покажу, что именно там лежит. Сейчас попробую пройти. Опять я умер, ребят. Короче, нужно поставить лайк, я думаю, под этим видосиком. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Только, ребята, ваши лайки мне могут помочь пройти этот плейс, мне кажется. Без них я вообще не могу сосредоточиться, а мне постоянно убивает. Так, все. Я настроился. Я уже жму вперед. Ну давай, убирай. Я настроен пройти. Я знаю, что многие из вас поставили лайк. Я должен вас не подвести. Ух! Так, что-то я фейлю. Ладно. Здесь потом будет полегче. Слушайте, тут вроде ничего сложного. Ой, аккуратненько. Мне что-то постоянно умирает. Блин, как громко, он уже совсем рядом. Ну, пожалуйста, не зафейлить. Фу. А! Точно? Реально. Так, тут граффити какие-то нарисованы. О, тут тоже НЛО врезалось. Ага, пришелец вылетел. Оп, оп, оп. Аккуратненько. Опача. Есть. Фух. О, нормально, я оторвался от него. Замечательно. Так, я уже вижу белый цвет. Неужели этот туннель был очень коротким? Кстати, ребят, конечно, последняя версия очень крутая. Мне очень понравился этот закрученный туннель. Это просто супер фишка. Так. Вижу свет. Буду по правой части все время бежать, потому что... О, черт! Я куда-то упал. Может, так и задумано? Где я? Опа. Опа. Так, слушайте, ну паровозик меня не убивает. You never made it out. Что? А, вот он. Подождите, а сюда нельзя пойти? Смотрите, нубики, паровозик Томас заколоченный. А твои друзья никогда не увидят тебя больше. Короче, говорят, что ты никогда это не сделаешь, ты никогда отсюда не выберешься, и твои друзья тебя никогда не увидят снова. Слушайте, мне это не подходит. Это какой-то развод, мне кажется. Нет, я не могу дальше идти. Странно. Очень странно и непонятно. Ну ладно, ребят, давайте попробуем как-то переиграть. Я шел по правой стороне крайне. Попробую по левой стороне пойти. Может, там есть какой-то другой туннель, куда надо упасть. Не знаю. Сейчас будем пробовать. Интересно. Но там же явно белый свет. По идее, туда как-то можно добежать. Ну как? Как? Как это сделать? Я пока не понимаю. Так, жду поезд. Жду поезд. Угу.
Давай, 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 давай. Едь быстрее. Я уже готов, я уже настроен. Попробуем еще раз пройти. Так, музыка усиливается, значит, уже рядом. Погнали, погнали. Аккуратно пропрыгиваем. Так, 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 есть. Вот это самый, ребят, сложный момент. Я тут постоянно падал. Я, конечно, все это повырезал, чтобы вы не смотрели мои бесконечные прыжки к Томасам внизу. Оп, аккуратно. Так, музыка усиливается. Но, мне кажется, смог. Он даже еще ближе, чем в первый. Так, 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 так. А может куда-то сюда вот можно? Нет? Там нет никаких выходов, входов. Ладно, проверим в другой раз. Ой! Ех! Есть. Так, ну что? Ну что, что пробуем? Пробуем, пробуем, пробуем. Давайте попробуем по левой стороне бежать и прыгать. Мне кажется, это может спасти меня как-то. Тогда я бежал по правой стороне, сейчас буду по левой. Хотя там очень странно, там на рельсах прям видно, что там какая-то полость и что туда можно упасть. Ну ничего, давайте попробуем перепрыгнуть. Вот видите, там рельс какая-то меньше. Ух ты, слушайте, новая концовка. Ага, тут есть разные варианты. Короче, ребят, я опять попал в какой-то тупик, но на этот раз уже тут на меня смотрят 8 поездов или сколько тут их. Интересно. То есть мы уже как минимум два нашли варианта для концовки. Но не нашли концовочку, где напишут, что я прошел эту игру, что я молодец. Давайте пробовать. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Итак, ребят, после очередной попытки что-то заглючило в игре, и Томас не появляется. Поэтому я решил, что это отличный шанс показать вам, что здесь такое, самому посмотреть. Так, тут просто голова какая-то, ясно. Видите, он просто не едет, я не знаю почему. Я нажал рестарт, и вот такая вот шняга получилась. О, классная коробочка. Она оказывается еще с улыбкой. Ну, сделать с ними ничего нельзя, трогать их нельзя, я имею в виду нажать что-то на них, как-то с ними взаимодействовать. Поэтому, ну, давайте попробуем пройти. Сомневаюсь, конечно, что мне это получится, но тем не менее. Аккуратно. Аккуратно. Когда очень надо пройти, то ты, естественно, падаешь. Ладно, ребята. Я все понял. Короче, это будет последняя попытка, ребят. Если мне не получится, а у вас получится, обязательно, пожалуйста, напишите в комментариях, как вы это сделали. Ссылка на игру будет в описании под этим роликом. Переходите, играйте и напишите мне, есть ли возможность вообще как-то пройти этот плейс или нет. Или это две концовки, которые я нашел, они единственные реальные, которые есть. Сейчас я... Еще попробую как-то все-таки пройти. Так, может, может... Может вот сюда вот, в разлом нужно. Ну-ка. А ну-ка, давай, давай, давай. Нет, не пускает. Хорошо, ладно. Так, ладно, ладно, ладно. Я, если честно, без понятия, что тут еще можно сделать. Таких дверей тут нету. Возможно, когда ты падаешь в этот туннель, нужно прижаться к какой-то из стенок. К левой, к правой, сзади тебя. И тогда она тебя выкинет, ну, на хэппи-энд, я не знаю. Потому что перепрыгнуть это нереально. Я уже пробовал по-всякому. Может, где-то все-таки я что-то не замечаю. Давайте попробуем последний раз. Так, а ну-ка. Опа! О, паровозики! Видели, там были паровозики, и меня сейчас закидывало в другой туннель, и я упал в второй концовку. Нет, ребят, по-моему, тут всего две концовки, куда вы можете попасть. Но в любом случае, вы поиграете и напишите мне, что у вас получилось. На этом у меня пока все, спасибо, что смотрели. До новых встреч на моих каналах. Всем пока.